Завтра свое 2-летие отметит Таван-радио. С какими итогами наши коллеги пришли к очередному дню рождения, узнавала наша съемочная группа. Каждый день они приходят на работу раньше своих коллег, чтобы помочь проснуться всем жителям города. Шоу «Будильники» выходит в эфир больше года и уже полюбилось чебоксарцам. Ведущие говорят, что утренняя программа бодрит лучше крепкого кофе. Всем надо быть уже здесь и начинать бодро и весело вещать людям о чем-то хорошем и позитивном. Вставать для этого приходится в 5 утра. Но когда приходишь в эфир, ты заряжаешься энергией, и мы очень быстро просыпаемся. У нас, собственно говоря, даже в анонсе «Будильников» идет, что Максим Попов и Оксана Очкасова просыпаются сами и будет всех остальных. Это сова. Ну, во-первых, это сова. Во-вторых, это сегодня презентовала ее моя напарница Оксана Очкасова. Это вот как раз тот позитив, который мы пытаемся дарить друг другу каждое утро для того, чтобы потом вся Чувашия была в таком же замечательном настроении, позитивном, радостном, бодром. Впервые позывные «Таван-радио» в эфире зазвучали 2 года назад, 16 декабря. Сейчас его слушают жители Чебоксар, Новочебоксарска и близлежащих районов. Волна 103 FM стала настоящей интерактивной площадкой для дискуссий. «Таван-радио» так называется неспроста. Здесь работают люди, которые всем сердцем и всей душой любят свою родину и свой родной город Чебоксары. Каждый день редактор новостей находится в самом эпицентре событий для того, чтобы каждый час рассказывать о них своим слушателям. Каждый день на «Таван-радио» выходят 17 выпусков новостей, а еще более 30 программ. В эфире звучат лучшие песни российских и чувашских исполнителей. Насколько я знаю из опыта своего эфирного, слышат нас и в Мариэл. Был такой один уникальный случай, когда поступило сообщение во время программы по звонкам передать привет в Америку. Для нас это было такое приятное некое событие, потому как такие же подобные сообщения мы получаем из Самарской области, из Ульяновской области, из Республики Башкортостан, периодически из Москвы пишут, потому что слушают нас в онлайн-режиме. Пишут о чем? О том, что приятно слышать, приятно поддерживать вот такую некоторую связь с малой родиной. Свое 2-летие «Таван-радио» отметят вместе со слушателями. 16 декабря состоится праздничный концерт, на котором выступят звезды чувашской эстрады. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Андрей Шоклев. Республика.